У меня такой вопрос. А как вы видите будущее нашей молодежи и нашего прекрасного города? Я уже говорил сегодня, что Дзержинск на самом деле один из самых перспективных городов, вообще в которых я в своей жизни видел. Один из самых комфортных городов, один из самых интересных городов. Молодежь всегда впечатляет, у них все только начинается, все впереди, и с тем энтузиазмом, который у них сегодня присутствует, я думаю, что все получится.